Влияние хмурой погоды, усталость, неприятности – все это причины грусти, тоски, а порой и депрессии. Доказано, что депрессия имеет ярко выраженный сезонный характер. Недостаток солнечного света, мрачное небо, тусклые краски рождают тревогу, сомнения, подавленность. Скажите, пожалуйста, у вас бывают депрессии когда-нибудь? Бывают. Часто? Вот сейчас у меня депрессия. Ну, бывает, конечно. Плохую погоду. Бывает. Я вообще оптимист по жизни. Не бывает, очень редко. Да, иногда. А у вас? Тоже бывает. Ой, часто. А вот как часто? Да почти каждый день. Нет. Вообще не бывает? Нет, я веселый. Никогда не грустите? Когда только зарплату не дают. Да, конечно. Бывает? Да. Ну, бывает иногда. Человека может быть понижено настроение в течение жизни. Это может занимать несколько часов, несколько дней. Есть люди, у которых слегка пониженное настроение сохраняется в течение всей жизни. Такая у них конституция. Но все это не является еще депрессией. А депрессия – это такое состояние, когда у человека в течение двух недель и более сохраняются следующие симптомы, следующие признаки. Это стойкое снижение настроение, пессимистическое настроение. Это утрата интереса, удовольствия к обычной приятной деятельности. Это снижение энергии, снижение концентрации внимания, памяти, медлительность. Существуют также дополнительные признаки депрессии. Это снижение самооценки, потеря уверенности в себе, чувство вины. Пессимистический взгляд на будущее, нарушение сна. Очень часто отмечаются повышение аппетита, снижение аппетита, может быть, утрата, снижение веса. И далеко не всегда люди обращаются к врачам и очень часто не получают медицинской помощи в связи с тем, что в последнее время существует очень много так называемых скрытых депрессий. Это такие состояния, когда фон настроения снижается минимально, но существует множество симптомов, которые имитируют заболевания внутренних органов. Это такие симптомы, как выраженная головная боль, которая носит характер сжимающий. Часто приходят пациенты и говорят, у меня как будто обруч на голове. Такая головная боль не снимается обычными обезболивающими средствами. Очень часто отмечаются неприятные ощущения в области сердца, когда возникают колющие, сжимающие боли, чувство жара, холода. И это не связано ни с какими физическими нагрузками. Очень часто возникает такое явление, как ощущение кома в горле, когда возникает нарушение, затрудненный вдох. И вот при всех этих состояниях, когда депрессия имеет определенную такую вот структуру, и когда можно заподозрить скрытую депрессию, безусловно, надо обращаться к врачам, это психиатры, психотерапевт, это нарколог, когда депрессия может сочетаться с алкогольной зависимостью, к психологам. И существуют специальные лекарства, специальные препараты, которые называются антидепрессанты. Всего в мире существует около 100 таких препаратов. И лишь врач, учитывая все многообразие симптомов, сочетаний этих симптомов, индивидуально у каждого пациента может подобрать только тот препарат, необходимый для именно этого человека. А как вы считаете, вот как из этого состояния надо выходить? Даже не знаю. Было бы работы побольше, было бы веселее. То, знаете, это от человека зависит, конечно. Если он оптимист, значит, ему будет легче. Если он пессимист, значит, он и будет в паническом настроении. Это уже здесь никак не посоветуешь ничего, только личный опыт. Каким-нибудь любимым делом заняться? Заняться тем, что нравится. Как-то вот пообщаться с друзьями. Пускай больше гуляет на свежем воздухе.
Да я ухожу в работу, я трудолюбивый человек, работаю. Дом свой большой и начинаю работать. И забываю. Юлия Анатольевна, если человек страдает депрессией, ему нужно обратиться к врачу, к специалисту. То если у него вот просто такое депрессивное, подавленное состояние, наверняка он может и как-то сам бороться с этим. Вот как психолог, какие вы можете дать советы? Соблюдайте режим дня. Полностью откажитесь от спиртных напитков. Они только усугубят подавленное настроение. Также составьте план того, что вы делаете, и отмечайте то, что вы сделали. Человек в состоянии депрессии думает, что он ничего не делает. Это не так. Что-то, но он делает. Также отмечайте колебания настроения, когда они возникают, по каким причинам. Откройте для себя много нового. Если хотите плакать, плачьте. Слезы приносят облегчение. Очень полезны для здоровья водные процедуры. Также ставьте для себя цели. И основная цель для нас – это стать здоровым. Пусть это желание быть здоровыми, как пружина выбрасывает нас из мира тревог и страхов, сомнений и неуверенности. К родным, друзьям, работе, спорту, к свиданиям и открытиям. По мнению английских ученых, самый депрессивный день в году выпадает на 5 февраля. Я думаю, это прекрасный шанс попробовать противопоставить депрессии истинные радости жизни.